завершение нашего благотворительного концерта мне хотелось бы поблагодарить всех, кто уже смог помочь деткам, всех, кто помогут деткам. Давайте делать вместе добрые дела. Ради чего-то мы поем, ради чего-то нам дано писать, творить, танцевать. Не просто чтобы нравиться, а чтобы действительно делать добрые дела. И в завершении хотелось бы исполнить песню, которая о любви, а я считаю, что и добрые дела — это и есть любовь наша с вами. И также и личная любовь. Вот это любовь. И на сцену также приглашается танцевальный дуэт «СКА». Oh.